узнать свою судьбу очень просто, достаточно просто приехать сюда. И вот я уже наблюдал, как многие уже узнали свою судьбу. Посмотрите, какие штучки с номерами. Их здесь немыслимое количество. Такие маленькие. И все это крутится. Вот. Нужно бросить вот эти палочки. На ней попадется номер. И достать по очереди, который попадется по номеру, бумажечку. Бумажечка находится в этих ячейках. И все, что в этой ячейке, это как раз ваша судьба. Ваша судьба, о которой вы даже не знали, сколько лет проживете, сколько у вас будет детей. Так что всем советую приехать сюда и узнать свою судьбу. Это дешевле, чем ходить по бабкам, которые врут каждый день.